Свято-Троицкий Холковский мужской монастырь в любое время года принимает паломников. Но особенно многолюдно здесь на Святую Троицу. Ни один храм монастыря не может вместить всех верующих, поэтому праздничные богослужения всегда совершаются под открытым небом. Природа щедро украшает место молитвы цветущей зеленью. Это единственный действующий пещерный монастырь в Белгородской области. Располагается он в Чернянском районе у села Холки, в 10 километрах к юго-западу от поселка Чернянка и в 15 километрах к северо-западу от города Новый Оскол на правом берегу реки Оскол. Пещеры монастыря находятся на террасе одного из меловых холмов, входящих в состав небольшого хребта. Монахи жили и молились в меловых пещерах, которые напоминают Киево-Печерские. В пещерах находились кельи. Холков Царев-Николаевский мужской монастырь, такое название он носил первоначально, впервые упоминается в 1620 году. Известно, что обитель была основана иноком Геласием. В 1650-1700 годах был построен подземный Троицкий храм. В 1757 году была возведена деревянная часовня перед входом в пещеру. Вскоре она была расширена и стала служить надвратной церковью. Поскольку монастырь регулярно подвергался набегам татар, в 1666 году на самом высоком холме неподалеку от монастыря была сооружена жестовая сторожка для наблюдения за степью, которая входила в систему Белгородской засечной черты. На этом самом высоком в округе холме сооружена сейчас часовня во имя святого равноапостольного князя Владимира. По преданию, подтверждаемому в частности известным археологом Плетневой, в этих местах произошла встреча, описанная в слове о полку Игореве, дружин князя Игоря Святославича и дружины его брата, князя Трубчевского и Курского, Всеволода, в 1185 году, перед походом на половцев. В 1764 году, согласно манифесту о секуляризации монастырских земель, пещерный Холковский монастырь был упразднен. Подземные достопримечательности открылись для посетителей лишь в 1990 году, а через 5 лет были возобновлены богослужения в подземном храме. Официально, согласно постановлению Священного Синода Русской Православной Церкви, монастырь был открыт 28 декабря 1999 года. Для подземного Троицкого храма был изготовлен по специальной технологии с учетом особенностей температуры и влажности в пещерах уникальный керамический иконостас. Возрождение древнего монастыря совершалось трудами многих людей, но главное попечение взял на себя тогда епископ, а ныне митрополит Белгородский Староскольский Иоанн. Свято-Троицкий Холковский монастырь родился из монашеской традиции преподобного Антония и Феодосия Киево-Печерских, когда монахи в пещерах создавали монастыри, и тогда они своим умным деланием, молитвой и трудами вокруг себя преображали землю. Вот и Свято-Троицкий Холковский монастырь возник для того, чтобы каждый, приходящий сюда, преобразился душой. Но в то же время он стал форпостом для защиты нашей Руси от дикого поля, где принимались важные исторические решения. И фактически монастырь в глубинах своих хранит тайны истории всего Святого Белогорья.
Это не открытая книга еще, но мы верим, что когда-нибудь эта книга откроется, и мы прочтем эту великую летопись святого Белогорья. Надвратный храм у входа в древние пещеры был освящен во имя преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских. Здесь тоже керамический иконостас. Храм Донской иконы Божией Матери. Над возведением храма работал московский архитектор Радыгин. Уже когда работы близились к концу, мастер скончался. Похоронили его здесь же, недалеко от его архитектурного произведения. В храме Донской иконы Божией Матери ежедневно звучит молитва. Здесь молятся братья, жители соседних сел, многочисленные паломники. Нам повезло, жителям Чернянского района, что мы имеем такую жемчужину. В детстве своем мы здесь использовали пещеры эти для игр. Думали, что это так всегда и будет. Но, слава Богу, наступили нормальные времена, и храм построен там, где ему положено быть. Сюда меня почему-то всегда тянет мое сердце. Всегда я вот ощущаю здесь какое-то такое вот непередаваемое чувство. Это вот близость Господа, близость к нашей святости. В течение нескольких лет наместником монастыря был ныне епископ Губкинский Грайворонский Сафроний. Я опять вернулся в свои родные стены, и сегодня по приглашению владыки я сослужил ему божественную литургию. Самые наилучшие воспоминания сегодня колыхнули мою душу и мое сердце. В настоящее время в монастыре живут более 20 насельников. Каждый из них выполняет несколько послушаний. У обители большое хозяйство. Монастырские огороды занимают 24 гектара земли. Картофель, овощи насельники выращивают сами. Есть монастырская пасека. Для нас это дом родной, потому что мы здесь живем. Вот, в меру сил своих подвязаемся, молимся за нашу родину, за народ. И поэтому... для меня дом. На Троицу, престольный праздник обители, сюда приезжают тысячи паломников. Праздничную божественную литургию совершает священно-архимандрит обители, митрополит Иоанн. Особенностью богослужения на Пятидесятницу является то, что после божественной литургии совершается вечерня, на которой читаются три коленопреклоненные молитвы о прощении согрешений, об упокоении умерших и о ниспослании Святого Духа. Это место просто благодатное, и Свято-Троицкий храм. В такой праздник, конечно, во-первых, я очень люблю Троицу. Праздник такой красивый. И погода сегодня, и все. В общем, я со своей семьей упросила их, мы приехали сюда. И птички сегодня поют, радуются, вся природа радуется. Престольный праздник Свято-Троицкого монастыря дал основание к проведению здесь, на берегу реки Оскол, ежегодного фестиваля народного творчества. Здесь выставки работ народных умельцев и, конечно, хороводы, песни – русские, украинские, белорусские. Все, кто побывал в день Святой Троицы и Пятидесятницы в древнем Холковском монастыре и на фольклорном празднике, надолго запоминают и проникновенную соборную молитву на святом месте, и праздник народного творчества, ставший символом единения славянских народов, объединенных святой православной верой.